Ребята, привет! У нас сегодня 28 декабря. Опять все заметает снегом. Вышли на прогулку. Собака с удовольствием гуляет. Везде снег. Дорожки особо не протоптаны еще. Ну, мы нормально гуляем, все нравится. Так что думаю, что на Новый год у нас снег все-таки будет. Хотя это большая редкость. Напишите, как у вас идет снег в вашем городе или нет. Любят ваши животные. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ребята, привет. Вышли на улицу во второй половине дня. Опять гулять с собакой. Мы гуляем 3 раза в день. Так как ей только 8 месяцев, еще будет 9. Снег уже, кажется, перешел в ледяной дождь, замело все вокруг. Уже собака не с таким желанием хочет гулять, потому что сильный ветер и дождь ледяной. Так что погода стала немного похуже. За день несколько раз меняется. Интересно, какая погода у вас, в ваших городах. Но у нас снега по колено местами. Так что, смотрите, будем уже, наверное, заходить домой. Потому что тоже долго гулять с собакой по такому снегу. Она практически проваливается полностью в сугробы. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.